У нас Талдыки на Акунаево, напротив Меги строится новая газозаправка, она будет на метане, она будет более безопасной. Есть оборудование для частников, они могут потом обычные легковые переоборудовать на метан, с пропана на метан. Метан практически в два раза экономичнее, чем даже пропан. И здесь автобусы здесь будут заправляться в первую очередь, да? Для вот этих новых, для наших новых автобусов, которые будут вот как раз ездить на метане. У нас была задержка вот именно из-за вот строительства вот данного газозаправочной станции. Прошел через осушители, это осушка газа. В ней все примеси удаляются, там вода, мусор весь. Далее? И пошел компрессорную установку. Сюда вот? Нет, это через это все прошел и пошел вот в компрессора. Туда? Их у нас 4, 2 больших, 2 маленьких, американских. Компрессор с 3 килограмм сжимает в 200. 200 грамм, что ли? 200 килограмм на сантиметр. 200 атмосфер. Так. С 3 атмосфер в 200 сжимает. Потом? Потом закачивает в аккумулятор. Это следующая комната. И здесь хранится уже переработанный газ, то есть метан, да? 200 атмосфер. Это уже метан будет уже? Да, это метан. Ну, метан и приходит. Просто это метан компримированный, а тут не компримированный.